судебных коллегия проявляет заинтересованность, делает акцент на то, что общественный фонд Клооп медиа не преследует получение персональных данных, собирает информацию для привлечения широкой общественности к освещению обсуждения политических и экономических процессов Кыргызской Республики. Регистрационные документы юридического лица не являются объектами коммерческой тайны. И, конечно же, юридическое лицо не имеет персональных данных. Это совершенно нонсенс утверждать о том, что юридическое лицо есть свои персональные какие-то данные.